наплевать на мировое господство. Сэл застали нас врасплох. Даже меня. Они называют меня пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. Сэл не главная угроза нашему миру. Самый мощный пришелец, Альфа-Цеф, еще жив. Он показал мне кусочек будущего. Он знает, что движет мной. Во что я верю? Что быть хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. На один простой вопрос. Чем ты готов для этого пожертвовать? Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом, я принес в жертву Лоуренса Барнса, того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком, величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Победа обходится недешево. Каждый раз ты платишь немного больше. Я видел проблеск грядущего. И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Если величайшая боевая машина потерпит неудачу, что мы будем делать? Что я буду делать? Зал 5 КСН, это Охотник 3. Внимание! Мы засекли передвижение повстанцев по 330 западной санитарной. Возможно, ничего особенного, но не расслабляйтесь. Этот парень, который у вас... Вот и моя поддержка. Не высовывайся. Двигайся. Эй, бандит, отвлекающий маневр. Пророк, идем. Командир Ромео. Ромео-1, начинаем выжигание. Прием! Понял, Ромео-1. Мы должны протащить тебя туда, внутрь купола. Война начинается. Альфа-Цеф? Нет. Помнишь, ребята, штыковавших тебя, Кей-Вольф, Сибири, которые держали тебя в стазисе, бог знает сколько лет, которые срезали нано-костюм с моего тела, которые собирались сделать это и с тобой. Цел? А, забудь. Выгрузка нанокостюма в процессе. Всем вспомогательным частям... Это Некс. ИИ, отвечающий за безопасность цел. Глушитель.
Выходим прямо из главной двери. Единственный наш шанс — эффект неожиданности. Никто не ждет такого безумия. Сделаем это тихо. У них ОБР наготове. Они вызвали всех в выходной ради этого парня. И ты знаешь, кто это? Пойдем. Ромео-1, проникли в Фокстрот 4. Горючка готова, прием. Что за хрень? Отлично. Двигайтесь под прикрытием! Ромео-1, Ромео-2, выжигание завершено, прием!